Друзья, всех приветствую! Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Павел. Сегодня я представляю вашему вниманию жатку для уборки подсолнечника Sunmaster Neo 1.0, производство Novator Plus, Ростов-на-Дону. Жатка 2023 года выпуска. Все отработало один сезон в прекрасном техническом состоянии. Работала она с комбайном класс. В общем, практически новое. Все целое. Вот, как видите, шнек, битер этот. Так, что тут? Режущие элементы. В общем, все в отличном состоянии. Жатка безрядковая, 6-метровая. Прекрасное состояние. Даже ничего, никаких минусов не найду, ни сварки, ни трещин. Потому что за один сезон вряд ли тут что-то с ней произойдет. В прекрасном состоянии. Еще даже краска. Видите, везде целая, не оббитая, не обчесанная. Так, рама основная жатки целая, ровная. Сварочных усилений никаких нет. Если так, тут петлю какую-то крепляли. Вот, по остальному рамка целая. Вот, переходная рамка на класс. Можно поставить на другой комбайн через переходную без проблем. В общем, такая замечательная жатка. Кого заинтересовало, звоните, пишите. Уборка подсолнечника совсем скоро. Чем заказывать новую, время первых, а вторых новые сейчас будут, наверное, уже дороже намного. Так что, друзья, обращайтесь. Напоминаю, что в компании Boston Technic можете приобрести технику как новую, так и с наработкой, за наличный, безналичный расчет. Также можем помочь реализовать вашу технику в хозяйстве. Если такая необходимость есть, обращайтесь. Всегда поможем. Мы всегда на связи. Все, всем спасибо, всего доброго, до свидания.